Два года лишения свободы и 2 миллиона тенге в качестве возмещения морального вреда. Так закончился громкий процесс над безработным жителем Шымкента, который в январе этого года избил водителя скорой помощи в Майкудуке. Весь судебный процесс транслировали по интернету. Напомним предысторию. 27 января этого года в полночь Нурболат Дакибаев выносил на мусор тумбу из-под раковины. Путь ему преградила машина скорой помощи, которая приехала на вызов грудному ребенку. Вначале мужчина обругал водителя, а на обратном пути еще и избил его, причинив несколько переломов и сотрясения мозга. В последнем слове Дакибаев попросил прощения у водителя и сказал, что очень сожалеет о своем глупом поступке. Я прошу применить в отношении меня ограничение свободы за честь в срок наказания время содержания под стражей с 1.02.2024 года по настоящее время. Подсудим. В общей сложности 6 месяцев 23 дня. Водитель Торегалиберик Калиулы не смог вести машину. К ребенку вынуждены были отправить еще одну карету скорой помощи. Потерпевший сначала намеревался простить обидчика, но после потребовал ужесточить ему статью. Экспертиза подтвердила нанесение вреда его здоровью средней тяжести. Акибаева Нурболата Нурымовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 5, части 2, статьи 107 Уголовного кодекса Республики Казахстан. И назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. В срок наказания зачтут время содержания под стражей из расчета 1 день в камере за 2 дня в колонии поселения. То есть большую часть срока он уже отсидел. Кроме того, он обязан выплатить водителю скорой помощи 2 миллиона тенге возмещения морального вреда и 700 тысяч тенге за услуги адвоката. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, 5 канал.